Так, поехали. Космоздан, значит, новый, это не Егибло, не Фрико. Значит, собственно говоря, голландский сыр, 45%. Значит, соответственно, мы его возим через братские страны. Вот. Давай. Посмотреть, что это за сырочек такой. Давай, побыстрее нам. Тут нам без пауз. Ну и все. Давай. О, отлично. Маздамчик. О, здорово. Все, на паузу ставим. Ну вот, Маздам, собственно говоря, значит, в чем преимущество, что все-таки финский, они, например, 29%, а это 45%. То есть, если кто любит настоящий Маздам, вполне достаточно недорогой сыр, сладкий, как и Маздам. Я, например, Маздам сам очень люблю. Вот, поэтому, как бы, все-таки люди, мы в сырах искушенные немножко. Но это отличный, так сказать, выбор для повседневного сыра, кто хочет вкусную и недорого, и качественно питаться. Так что заказывайте, режем там от 500 грамм. Все, всем спасибо.